Рассказывает о себе и о нас, о нежных чувствах и дерзких поступках, о жажде перемен и наслаждении текущим моментом, о том, что осталось в дымке ушедших, о том, что манит вперед. Да, каждое вино хранит свою историю, и за 150 лет их набралось немало. Истории хранились, истории зрели, накапливали аромат далеких и близких воспоминаний. Сегодня настал их час. Вино говорит. Слушайте. Рассвет империи. Время смелых решений и дерзких планов. Время, когда благородство и честь, достоинство и верность были не просто словами. Они были осязаемы. Ими был пропитан воздух. Thank you.
До эмоций и щедрых в их проявлении. Если любовь, то на всю жизнь. Дружба, не разлей вода. Если радость, то такая, чтобы хватило на всех. Yeah.
глубоко в груди, который вспыхивает и освещает все вокруг. Это чувство легкости и игры. История вина Абрау-Дюрсо – это история мечты, история борьбы, история перемен и смелого движения в будущее – наша история. Открывая вино Абрау-Дюрсо, мы открываем для себя историю и воспоминания тех, кто был ее творцом. И сегодня, как и 150 лет назад, мы преданы своему делу. Мы помним свое прошлое. И каждый день, каждым поступком и словом создаем наше общее, лучшее будущее. Вместе. Закончилось представление, вы посмотрите, сколько отдыхающих туристов. Ну а я еще пробегусь и в автобус, уважаемые мои подписчики, мои зрители. Покупайте экскурсии, вам очень понравится этот маршрут. Вот здесь я хотела показать вам еще одно местечко. Вот видите, сколько народу. Очень много. Прохладно стало. Хотела я вам показать вот это местечко, где написано Абрау-Дюрсо. На этом мы будем прощаться. Увидимся в следующем видео. Всем добра, мира. Ну а мы собираем группу. И домой.